Сегодня мы приготовим нежную запеканку на основе домашнего творога. А поможет нам в этом мультиварка со сферической чашей от Тефаль. Полезный и легкий в исполнении десерт станет еще вкуснее благодаря цукатам. Для приготовления творога залейте кефир в чашу мультиварки. Готовьте в режиме творог 40 минут. Процедите в миску через сито. Творог для запеканки готов. Добавьте в миску творог, яйца, соль, разрыхлитель и ванилин, сахар, крахмал, цукаты и тщательно перемешайте. Перелейте готовую смесь в мультиварку. Включите мультиварку в режим десерт и уменьшите предустановленное время до 30 минут. Готовую запеканку выложите на тарелку и украсьте ягодами. Приятного аппетита!